Мы находимся в бутике Белевеню в городе Ялта. Посмотрите, какой прекрасный бутик манекены. Так выглядит набережная Ялты. Обратите внимание на островные решала. Прозрачные. Воздух, свет проходит. Ничего не загромождает. Какая скамеечка, светильники, зеркала. Вот, пожалуйста. Расширяет пространство, насколько отражается, создается впечатление в два раза большего пространства. Все вывешено прекрасно, как картины художника, импрессиониста. Что здесь, Лежаби, Лиз Шармель. Отлично смотрится. Эпюр Ли Шармель предоставила. Что-то свадебное, легкое, красивое. На таком видном месте. Лежаби. Люди проходят, увы, не заходят. Но это общая такая беда. Непонятно совершенно, что происходит с торговлей. Старых нет, новые не приехали клиенты. Вот эти колготки же французские, редкие. Их и в России-то нет, а здесь есть. Постельное, предпостельное белье. Это минус первый этаж. Та же скамеечка, такая же, светильники. Какой прекрасный стиль. Очень приятно заходить в такой магазин здесь. Несмотря на то, что мы находимся на минус первом этаже, очень приятный запах. То есть свежесть, такое чувство свежести. Это распродажа, видите, минус 70%. Цены на комплект Ли Шармель. 2420 рублей. Нет, это не комплект, это бюст. 2400. Вот такие цены. Мужской ассортимент. Купальники. Купальники Николь Оливер. 2500. 2520. Вот уровень цен. 3700, 2500. Шанс. Снова купальники. Это 6200. Дешевле, чем у Пальметты. Пляжная одежда. Так, значит, наверху мы видели белье. Здесь мы видим купальники. Что с ценами? Ну, здесь уже 14 тысяч. Это новая, видимо, коллекция. Кассовый узел. Скажите, пожалуйста, там цены, которые минус 70, там на этикетке цена уже комплекта, да? Это... Нет, за единицу. Есть купальники, которые цена за купальник идет, а есть за единицу. Ну, там за единицу, значит, это уже конечная цена, уже не минус от 2600, не минус 70. Нет, там нижняя цена, это окончательная цена. Окончательная цена. Вот Лежаби. Ли Шармель. Кстати, Ли Шармель. Смотрим. 18900. Это новая коллекция, да? Этого лета. Ли Шармель. Ли Шармель, да. Туники, да. Угу. Ну и вот вход на первый этаж. Очень приятный бутик. Пожелаем его владельцу и продавцам, чтобы у них были достойные покупатели, которые оставляли бы здесь с удовольствием деньги и приезжали снова и снова. Явный диплом соответствия.
будем вручать хозяйке.